Всем доброго времени суток, кто смотрит. Сейчас как бы хочу сделать обзор номер два китайской оригинальной зажигалки Zippo. В первом мы обзоре смотрели, какая между ними собственно разница, а сейчас я вот уже заправил несколько раз и ту, и другую зажигалку, и как бы заметил некую разницу. Собственно, сейчас хочу что и показать вам. В общем, сразу хочу показать разницу между искрой. Это подделка, это оригинал зелененькая. Видно, что у оригинала, во-первых, кремень намного ярче. Я сейчас поменяю руки, чтобы вы не говорили в комментариях, что там рука сильнее, там слабее. Видно, что в оригинале кремень намного лучше работает. Ну и сейчас, да, Китай будем заправлять китайским бензином, Zippo будем заправлять оригиналом. Значит, сначала заправим китайскую зажигалку. Я ее заправляю первой, чтобы вы не нарекали, что там не успел пропитаться как бы фитиль. И тряпочка в зажигалке. Собственно, я ее заправляю первым, чтобы не было, чтобы на это вы не списывали. Сейчас заливаю. Очень это плохо на камеру. Не очень хорошо на камеру это получается. До полна залил уже. Даже вот немножко протекло. И сейчас поставлю. Какая она грязная стала. На время поставлю, чтобы бензин разошелся по зажигалке. Закрываем эту вонючую гадость. Очень жутко воняет бензин. Ну, там, видать, обычная строительная галоша идет. Это у нас Zippo, американский бензин. Зажигалка тоже. Они обе полностью высохшие. Где-то месяц в феврале стояли обе зажигалки без заправки. Не было у них надобности. В принципе, погода была не летная, что говорится. Никуда не ходил, никуда не ездил. И заливаем в оригинальную Zippo. Не знаю, как вам видно, не видно, но в принципе заправляется. And forgive us our trespasses. Give us this day our daily bread. And я вытру руки, чтобы они воняли. Ну и, собственно, пробуем зажечь одну и вторую. Давайте даже в правую руку, где можно считать палец сильнее, так я правша, возьму Китай. Видите, она не загорается. С третьего раза. Zippo с первого раза, как бы после заправки, отлично загорелась. Еще раз смотрим. Всем спасибо за внимание. До свидания.